Не понимаю, зачем приходить сюда? Стоит ли рисковать ради 20-долларового куска серебра? Стоит. Вам надо бежать. Хоббс вас найдет. Вы же знаете, что надо уезжать. Что же остаетесь? А вы? Мой муж был хорошим полицейским и честным человеком. Мы оба выросли здесь. 2 года назад его убили на улице, прямо у нашего порога. Рейс тут теперь хозяин и немного облегчает людям жизнь. Но они зависимы от него. А людям надо дать новый шанс. Дать им свободу. Вы тех агентов в поезде не убивали, так ведь? С какой стати вам верить хоть одному моему слову? Эй! Она была так дорога вам? Не думал, что кто-то сможет понять, насколько. Но вы смогли.